Кто это у нас проснулся? А? Это Оскар? Оскар, ты зачем сюда зашел? Где твоя комната? Пошли на место. На место пойдем. Пойдем на место. Ты какой? Мальчишка. Трус. Барсик трус. Кому ягод не дают? Кто сидит, попрошайничает ягоды? А кто там сидит, ест их? Оскар, нормально так, да? С другом, да? Не делиться, не угощаться. Оскар, скажи Вике, что ты о ней думаешь? Как так можно? Ты обиделся и уходишь? Все. Куда он лезет? А если ты застрянешь? Он мячик нашел. Ой, молодец. Неси мячик, играть будем, неси. Давай, давай, иди сюда. Оскар. О, ты мой красавчик. Ты нашел мячик. Ты хочешь поменять мячик на ягодку? Дай. Все, обиделся. Всем доступно, что там записи просмотрят. Привет, Денис, привет, Лариса. Привет, Мария. Давай, здравствуйте всем. На Урал пришло тепло, 23 после дождей, это здорово, но тоже хорошо. Правда, некоторые пугаются дождика. Все, дождик пошел, получается и у нас тоже. Воздух, вот сейчас дождя стало очень душно, сейчас очень душно стало. Когда пошел дождь. Воздух 27, это 26,6. Так, почему снимать тонкие мысли? Ирина, я про пляж. Ирина, мы там межсезонье часто бываем в том районе. Тонкие мысли очень часто в межсезонье. Есть дождь. Вы же смотрите на плиточку. Все мокрое. Смерча не видно. Нет, смерча нет. Нашему